Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ занимаются разработкой вакцин от коронавируса. В КФУ успешно продолжается разработка катализаторов нового поколения. В Казанском федеральном университете стартовал проект «Бессмертный полк». На сегодняшний день в Российской Федерации проведено более 100 тысяч исследований на коронавирус. Вспышка новой коронавирусной инфекции повлекла за собой активную исследовательскую деятельность ученых по разработке вакцины. Подробности далее. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего насчитывается более 150 тысяч зараженных. 12 марта власти Италии ввели очередные ограничительные меры. До 25 марта в стране приостановили работу всех розничных магазинов за исключением продуктовых и аптек. Французские власти призывают сограждан сократить передвижение и отложить поездки. 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией. Также 16 марта российским вузам предложено перейти на дистанционное обучение, а посещение школ сделать свободным. В связи с развитием нового вирусного респираторного заболевания ученые Казанского федерального университета стали заниматься разработкой вакцины от коронавируса. Финансирование обеспечит автономная некоммерческая организация научно-исследовательский центр ДНК. С 2019 года мы очень плотно сотрудничаем с ОНО, с фондом, который создан нашими спонсорами для поддержки биомедицинских исследований в Казанском федеральном университете. То есть часть проектов, которые мы реализуем в центре, это проекты, которые финансируются исключительно из внебюджетных источников за счет некоммерческой организации. Как правило, для разработки вакцины требуется наличие самого вируса, но совокупность всей генетической информации коронавируса уже известна и опубликована. Поэтому нет необходимости иметь на руках живой вирус, чтобы разработать вакцину. Очень часто вакцина – это либо ослабленный штамм, либо убитый вирус, который используется для того, чтобы стимулировать иммунитет. Мы взяли генетическую программу, взяли из нее несколько модулей, то есть это блоки, которые отвечают за синтез определенных вирусных белков, и создали такую генотерапевтическую конструкцию. По сути своей, это генетическая программа, которая программирует организм на синтез вирусных белков. А раз в организме синтезируются вирусные белки, то иммунитет их узнает как чужеродные, и вырабатывается иммунитет. На данный момент ученые Казанского федерального университета занимаются лабораторными исследованиями. Когда завершится синтез прототипа вакцины, ученые смогут начать испытания и сообщить первые результаты. На следующем этапе нам уже потребуется использовать живой вирус для того, чтобы доказать, что мыши, которых мы провакцинировали, действительно не могут заразиться коронавирусом. А для этого уже требуется работа с живым инфекционным вирусом, и это возможно только в особых лабораториях высокого уровня биологической безопасности. То есть здесь мы уже будем искать и индустриальных партнеров, кто будет оплачивать дальнейшие доклинические и клинические исследования, а также государственных партнеров. Профессор Института фундаментальной медицины и биологии, доктор биологических наук Альберт Резванов рассказал, какие меры стоит предпринять в первую очередь, чтобы обезопасить себя и близких. В первую очередь это, конечно же, личная гигиена, то есть регулярно мыть руки, причем не просто водой, а с мылом или пользоваться антисептиком. Особенно не рекомендуется, например, дотрагиваться руками до глаз, до носа, до рта. То есть вирус может передаваться через прикосновение и именно через слизистые оболочки. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел международный конкурс по конфликтологии и медиации. Подробности в следующем сюжете. 14 марта в Казанском федеральном университете состоялось открытие международного конкурса по конфликтологии и медиации. Конкурс проводится уже 7-й раз, чтобы выявить наиболее талантливых студентов, изучающих конфликтологию, а также для обмена опытом в практическом применении альтернативных методов разрешения конфликтов. Участие в этом конкурсе в первую очередь – это возможность проверить свои силы, это возможность реализовать себя и, конечно же, возможность просто познакомиться со всеми. Конкурсная программа состоит из трех частей. Тестирование по истории и отдельным отраслям конфликтологии, разборы и анализы конфликт-кейсов, а также турниров по медиации.
В этом году в конкурсе приняли участие 10 студенческих команд из университетов России и зарубежья. По итогам мероприятия все участники получили сертификаты и памятные сувениры, а лучшим из лучших вручили кубки победителей. Эльвира Зорина, Ленардо Летяров, Универньюз. В КФУ успешно продолжается разработка катализаторов нового поколения, которые существенно улучшают качество топлива всех типов. В научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение» исследователи сделали ставку на разработку катализаторов, создаваемых на основе никеля и кобальта. Подробности далее. Несмотря на огромное количество созданных реагентов, мало кому в мире удалось представить универсальный катализатор, отвечающий требованиям эффективности, низкой стоимости и положительного воздействия на окружающую среду. После проведения лабораторных исследований ученым КФУ удалось создать реагенты нового типа на основе карбоксилатов никеля и кобальта, которые являются высокоэффективными катализаторами облагораживания тяжелой нефти. Результаты исследований ученых были опубликованы в журналах, входящих в базу данных Scopus. Начала лаборатория разработаны катализаторы внутрипластового облагораживания, которые позволяют снизить вязкость в пластовых условиях, понизить плотность нефти, увеличить количество насыщенных углеводородов, ароматических, то есть это та фракция, которая называется легкой фракцией нефти, и понизить содержание тяжелых компонентов, в которые входят смолистые асфальтенные вещества. Все известные миру технологии разжижения нефти ранжируются по себестоимости, и самые лучшие те, чья себестоимость минимальна. Преимущество разработки заключается в том, что она позволяет снизить издержки добычи и увеличить коэффициент нефтеотдачи. Рынок уже оценил эту технологию. Катализаторы ученых КФУ внедряются в производство крупнейшими компаниями. Была произведена патент-партия на заводе в Казани, и потом уже была доставлена на месторождение в Альметьевском районе. Вот. И также у нас еще дополнительно были промысловые испытания на Республике Куба, то есть кубинское месторождение Бока-де-Хорока. Там было произведено, значит, у нас 12 тонн катализатора. Вот, доставлено, значит, это все было морским транспортом до острова Свободы. Вот, и закачано это было вот в конце ноября 2019-го. Создание новых катализаторов – амбициозный и перспективный для промышленности России процесс. Очевидно, что использование отечественных технологий позволит стране достичь показателей нефтепереработки, соответствующих мировому уровню. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете началась подготовка к традиционному студенческому маршу Победы. Уже более 5 лет КФУ отдает дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Подробности о том, как пройдет мероприятие в этом году, смотрите далее. Ко дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казанском федеральном университете пройдет студенческая марш Победы, участие в котором ежегодно принимает свыше 5000 человек. Впервые инициативу столь масштабно почтить ветеранов КФУ выдвинули к 70-летнему юбилею Победы в 2015 году. В рамках этого большого проекта есть несколько проектов. Один – это почетный батальон, где уже сейчас у нас сформирована взвода студентов, где принимают участие уже второй год, будут принимать участие и девочки. И также есть особый проект – это бессмертный полк Казанского федерального университета. Здесь именно сама идея – это увековечить память тех сотрудников, преподавателей, студентов, которые ушли на фронт в годы войны и стен университета. С этого года у участников бессмертного полка есть возможность нести портреты героев не только из числа сотрудников КФУ, но и фотографии своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим ожидается увеличение количества портретов в рядах бессмертного полка. Для этого нужно подать до 6 апреля заявку в Департамент по молодежной политике. На сайте указан адрес электронной почты. Если нет, допустим, своего портрета, то мы также по заявке, куда высылается фотография, фамилия, имя, отчество, небольшие данные, мы, соответственно, почему заранее высылаются все эти данные до 6 апреля, чтобы мы успели сделать этот портрет в едином стиле нашего Казанского университета. Шествие организуется с участием настоящей боевой техники, раритетными ЗИЛами. Чеканить шаг будут студенты не только КФУ, но и Казанского высшего танкового училища, Казанского суворского военного училища, а также представители 10 российских вузов. Напомним, что трансляцию студенческого марша Победы вы сможете посмотреть на канале Универ ТВ и в социальных сетях. Алия Гарипова, Альмира Зиадинова, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!